как пересадить, в данном случае это шелковица, видите, выкопали, очень богатая корневая система, необходимо подрезать поломанные и плохие корешки. То есть, когда мы выкапывали, мы повредили некоторые. И поэтому надо избавиться от тех, которые повреждены. Смотрим, вот видите, да? Избавляемся. Итак, все корешки, которые надломлены, когда мы выкапывали, надломили, рубили и попортили. Видно, да? Видите, какая богатая корневая система. Это шелковица, очень замечательное дерево. Было посажено несколько лет назад, но не на том месте. Сейчас мы его пересадим туда, куда надо. Несколько опоздали, но... Видите, шейка ствола, нельзя заглублять его, то есть на том же самом уровне, это вот прежняя земля, чуть-чуть можно подсыпать, потому что земля еще осядет, но завышать эту шейку нельзя, чтобы нельзя делать холм и делать выше там, где она сидела, вот примерно вот так. Потом побелим и сейчас подрежем. Примерно в этом году это примерно вот так оно и будет.